Участник забайкальской банды Николай Борисенко по прозвищу Калыч заявил, что пошел на сделку под воздействием психотропных препаратов. Забайкальский авторитет Андрей Калычев, известный как Калыч, написал заявление о расторжении досудебного соглашения со следствием. Забайкальской газете «Вечерка» он сообщил, что по просьбе сотрудников полиции он оговорил многих людей. Он якобы находился под воздействием психотропных препаратов и был в неадекватном состоянии. Теперь же Калыч написал письмо, назвав его раскаянием обманутого досудебщика. На основании его показаний, пишет он в письме, было арестовано 45 человек. Себя он называет авторитетом с подмоченной репутацией и близким другом вора в законе Георгия Углавы, Тахи. 25 октября 2017 года Ингадинский суд приговорил Андрея Калычева к 7 годам колонии строгого режима за ряд грабежей и вымогательств. Кроме того, ему предстоит выплатить 3 миллиона рублей в качестве материального ущерба. Калыч был активным членом банды Николая Борисенко, находящейся под протекторатом Тахи, и занимавшейся в первую очередь черным риэлторством. Калычев принимал участие в нескольких преступлениях, в том числе и в налетах на базы предприятий в Магачинском районе. После задержания Калыч пошел на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение. В ноябре 2003 года на него было совершено покушение. Участник организованной преступной группы Осинцева 52-летний Андрей Матвеев в Чите пытался взорвать машину Калыча. Лишь по случайности Андрей Калычев и его охранник остались живы.